А вот это что за внизу пропеллер такой там? Там редуктора испытывают вертолетные. Испытательный стенд. Слушай, ну круто, круто. Первый раз в жизни, так здорово. Красота. Вот это Лукойл, да, это? Что? Вот ПНОС вот этот, Лукойл, да, вот это? Завод-то. Да, а сколько это метров примерно? Сейчас 650 у нас. 650? Да. Обалдеть. Я думал, метров 800 поднимемся. Свободно мы, да? Да, теперь свободно. Слушай, а так далеко улететь можно, вот, если умеете? У нас вчера люди улетали за 100 километров. О, да обалдеть. Но это термическая активность нужна, когда горячий воздух. Ну, когда вот помогает все, когда умеешь, то далеко, да, можно? А сейчас, сейчас нет. Сейчас прохладно, так, так не улететь, да? Нет, солнце просто землю не прогревает сейчас. Химического обмена нету. Вот. То есть когда солнце светит днем, да, например, да. И ясно, тогда можно далеко. Первый раз так там увидел. Да вообще круто. Здорово.
так я раньше-то очень как бы хотел, но жена все не отпускала. Сейчас можно что-нибудь? А что? Что, есть предложение? Качаемся. Ну, давай попробуем. Это же прямо к МГС там, да, смотри? Это же плотина. Все видно, блин. Надо же, какие тут ветра дуют, а? А это все раньше хозяйство на Бахаревке, да, давно было? Вроде бы. Или это всегда был такой аэродром? Парапланы? Да, вот. Ну, да, мы раньше на Бахаревке работали. Я помню, что на Бахаревке что-то раньше. Это у нас выходит. Да? Да. Слушай, а там так аэропорт, аэродром и остался или что? Я так там, не понял. Там же застраивают. Ну что, короче, там я так понял, что ничего уже нет, да? Ну да. Ну, все понятно. А здесь, когда мы начинали, как бы, самолетов особо не было, руководителей полетов тоже. Ну это как ДСАВ, да, считается сейчас? Вон, я там видел на заборе или что? Было ДСАВ. А сейчас? Сейчас это... Ростов или как? Или вообще какая-то другая? В федеральном этом владении в каком-то. Ну, понятно. Ну, государственное, да? Да. Вон, самолетики-то стоят. А вот тот белый не летает, да, наверное, уже так, как памятник? А его как музей хотели сделать, поставили. Это магнит тут такой собой похож, да? Да? Магнит тут. Да. Сделал. Пас. Ну. Здорово вообще. А вам нельзя, да, пролетать над дорогой-то? Дорогой можно. Можно, да. Самолетом все вот эти вот разрешаются. Да, самолеты летают. Ну. Это вот у них взлет, посадка, да? Беленький, да? Это они что, с парашютистами или так? Просто пытаются? Нет, сейчас парашютисты. Вот тут от заправки можно было пешком, да, наверное, дойти до вас? Да, тут на заправке можно поставить машину постоянно. Но мы не всегда на этом стоянке, у нас все есть. А, ну вы как это, да? Куда ставите? Да что ушло, блин? Давайте подумаем, что еще будут бомбу дали сверху бросить. Вообще бы было круто. Шоколад с газом. Да? Сверху это, конечно, красиво. Я прямо смотрел, посмотрел.
это вы вот всю эту травку вот так срезали? Да, газон. Обалдеть. Очень удобно, когда вы все просто мне на попу, да, так сесть? Да. Понял. Я вернулся! О, красота! Короткое интервью после приземления. Все было замечательно, культура мне очень понравилась, здорово вообще. Уходи, я думаю, что я к вам вернусь. Приводи друзей. Обязательно. Сейчас подъеду.